Республика Татарстан. Некогда эта территория именовалась Казанским ханством, затем Казанским царством, Казанской губернией. И лишь в 1920 году на карте страны появилась Татарская республика. Много великих людей внесли свой вклад в ее рождение. Большинство из них прожили драматическую жизнь, полную потрясений и страданий, и лишь немногим посчастливилось уйти в иной мир своей смертью. Переплетение судеб этих людей – это и есть судьба Татарстана. В этот день имя Сахибгарея Саидгалиева навсегда вошло в историю. 25 июня 1920 года. Сочувствующие советской власти вышли на Ленинский субботник, работали на энтузиазме, на совесть. По улицам строевым шагом прошли войска. Играл оркестр. Неслыханное дело. Измученным послевоенными лишениями горожанам Казанский губисполком велел выдать по усиленному пайку. Люди кричали, радовались, праздновали. А он, 26-летний председатель ревкома, был переполнен решимостью, готовностью вести людей за собою в светлое коммунистическое будущее. В этот день в его руки перешла власть над новоиспеченной советской автономией. На свет родилась Татарская АССР. И буква «А» в новой аббревиатуре стояла на первом месте. АТССР, потому что автономность республики тогда считалась важнее национальной принадлежности. После Октябрьской революции началось определенное движение за то, чтобы создать свое государство. Почему? Дело в том, что Владимир Ильич Ленин провозгласил вот это право нации на самоопределение. То есть каждая нация имеет право своего выбора своего развития, своей культуры, своего языка. И поэтому началось вот движение уже в рамках города Казани, и не только Казани, но и всего татарского мира тогда, а это все-таки крупные города России, такие как Уфа, как Оренбург, как Троицк, Уральск, ну и так далее. То есть, по сути, это восточная часть России. Татары были самым грамотным народом России и после русских. Это признавалось официально благодаря тому, что в каждой деревне была школа при мечети, где обучали отдельно и девочек, и мальчиков. Поэтому обучение грамоте у татар было гораздо лучше и больше подготовлено, и это признавалось властями. Поэтому я вот могу сказать, что татары от этой революции выиграли больше, чем какие-либо другие народы, потому что оказались наиболее подготовленными. В тот день противоречивые мысли наполняли голову другого знаменитого деятеля татарского народа. Красивого, высокого мужчины с эффектными усами, чье имя в республике знал каждый. Галимджан Ибрагимов. Автор книг, журналист, издатель, давший путевку в жизнь многим писателям и поэтам. В революционные годы он принадлежал к партии эсеров и горячо поддерживал совершенно другой проект. Штат Идель-Урал. Этот штат должен был объединить исторические территории татар и башкир в огромную мусульманскую республику, которая обладала бы широкими полномочиями. Чуть позже этот проект получит еще одно название – Забулачная республика. В 1917 году появляется еще идея Забулачной республики.
Ильяс Алкин, в частности, предлагает идею вот как бы перехода от штата Идель-Урал и создания на территории вот старо-татарской слободы такой республики. Он, к сожалению, просуществовал очень и очень недолго. Он был подавлен, Ильяса Алкина арестовали, и, соответственно, этот проект тоже не получил своей реализации. В 1918 году об объединении Татарии и Башкирии в единую республику мечтал другой романтик – мулла Нур Вахитов. Знаменитый революционер, член учредительного собрания, он встречался с Лениным и по его совету возглавил комиссариат по делам мусульман внутренней России. Сегодня мы привыкли к мысли, что советская власть всегда была враждебной религии, но в сознании Вахитова ислам и социализм шли рядом, рука об руку. Он был убежденным революционером и мусульманином одновременно. Он мечтал о создании Татаро-Башкирской Советской Республики с центром в городе Уфе и поставил свою подпись под этим декретом вместе с Иосифом Сталиным. Чуть позже он возглавит борьбу с Забулачной Республикой, а татарские мыслители Гаяс Исхаки и Фуат Тухтаров станут его политическими врагами. Но я полагаю, всегда писал и буду говорить, утверждаю, я в этом уверен, что это был проект специально подготовлен для того, чтобы свести на нет идею Идель-Уральского штата. И так и случилось. Сначала Идель-Уральского штата, этого проекта не стало, а затем Центральный комитет партии решил, что надо отказаться от Татаро-Башкирской республики, ибо башкиры и другие не хотят этого, будто бы. Но, по сути дела, это был такой политический маневр. Он совершился, и пришла, наконец, вот идея создания самостоятельной Татарской республики. Татарстану и Башкирии так никогда и не суждено будет объединиться в единую республику. Галимджан Ибрагимов доживет до дня основания ТССР, советская власть примет его, и он попадет под колеса сталинских репрессий лишь много лет спустя, в 1937-м. Другой татарский романтик так никогда и не увидит этого своими глазами. Мулла Нур Вахитов будет расстрелян в Казани при невыясненных обстоятельствах 19 августа 1918 года. Его назовут первым татарским политиком, который кровью заплатил за свои убеждения. Совсем скоро эта кровь будет литься рекой. Мулла Нур Вахитов минем үшін шулай қаршылықлы шәхіс. Аның плюслары да болғандар, минуслары да болған, еш шексіз енді әйе. Оның тұрда бек яман сөздер сөйлеушілер де бар. Ол қоңға батырған халықтың деп айтады. Мәлекен ол бар бүтін жаны төбілен Татар Республикасын аяққа бастыруға тырысқан деп сөйлеушілер де бар. Анда плюсі де минусы да бардыр. Шоңа кіре кестіріп кіне ол мен оңай шахыс деп айтпас едім. Когда взяли город Казань, Чехословакия, его нашли и расстреляли. Он был расстрелян около Казанского Кремля, около стены, и там Шейтман, он и ряд других руководителей. И даже ведь места памятника не было, связанного с Мулла Нур Вахитовым. И вот поставили памятник на Архангельском кладбище Мулла Нур Вахитова, но это не то место, где он погребен. И вот 1920 год. Автономная Татарская Республика празднует свое рождение. Среди людей, ликовавших на площади, стоял юноша со вдумчивым взглядом. Талантливый подмастерье из казанских художественных мастерских. Сын имама и вышивальщицы из Тетюшского уезда. Он с детства впитывал в себя дух народного творчества.
Быть может, поэтому он удостоился чести нарисовать первый герб Татарской Республики. В центр герба юноша поместил удивительный символ – лук, стреляющий в небо на фоне яркого солнца. Махир Манши біздің белгілі классик рәссамыбыз. Шонды бір ғибәрі бар, татарда бейіклер бар. Поэзияда шиғриятта Тоқай, музыкада Сәйдәш, рәсім санғатында, сынды санғатта Махир Манши, жырда Илхам Шакиров деп. Мені бұл татарның алтын бағыналары, мені Махир Манши шушы алтын бағыналарының бірсі. Мен ашылай оның бәрін араларшыға тұры келді. Ол ескеткіш бай фикірлі, ескеткіш көп мәлуметлі энциклопедик білімді кішейді. Ол бек көп тілілерді біләйді, әдәбиятында бек көп білә, сәңғатында яқшы білә. Ол жырлы да шуқатыма тұр етіп, ол шиғырлерді айзайды. Ол бек те көп қырлы шағыз еді. Әйінде рәсім сәңғатында ол үшінден да татар рәсім сәңғатына негіз салған күшілердің бірсі. Подобно этой стреле, высоко в небо выстрелит и его собственная судьба. Он будет признан классиком еще при жизни. Баки Урманче. Величайший художник татарского народа. Пока он еще не знает, что его грубовато нарисованный герб никогда не будет принят, ибо республика унаследует герб РСФСР. Он не знает, что впереди его ждет страшное заключение в соловецких лагерях особого назначения, где он потеряет родного брата. И слушая пламенную речь Саид Галиева, он не может догадываться, какая чудовищная судьба ожидает этого молодого председателя совнаркома. Всего через месяц на него будет произведено первое покушение. Ему, послушному исполнителю воли Сталина, доверят возглавить продразверстку и стать смертным палачом 400 тысяч своих сограждан. История сохранила его слова. Перед интересами мировой революции татарский народ – ничто. В 1939-м мировая революция отплатила Саид Галиеву за верность пулей в затылок в застенках НКВД. В тот год большинство крестьян жили за гранью бедности. Хозяйство отличало слабое огородничество, садов не было вовсе. Среди революционных деятелей ходило модное выражение «выкачать хлеб», то есть вырвать его у крестьян и передать туда, где он окажется полезнее мировой революции. К моменту основания ТАССР старые уезды Казанской губернии уже были выкачаны до нитки. Когда Москва потребовала отобрать у Татарстана еще 10 миллионов пудов хлеба, каждый партиец знал – это смерть не только крестьянам, но и всему народу. В это же время Губчака затеяло новое дело – обыскивать крестьян и отбирать у них все теплые вещи. Под руководством Саид Галиева из республики было выкачано не 10, а 15,5 миллионов пудов хлеба. 30 сентября Совнарком принял воззвание к населению Тат-республики о выполнении продразверстки. Это воззвание позволяло вводить в отношении крестьян жесткие репрессии. Среди немногих влиятельных революционеров, отказавшихся подписать это воззвание, был татарский поэт Шамиль Усманов. Эта ситуация тоже была такой, я бы сказал, непростой ситуацией. Она препятствовала становлению республики, потому что получалось так, что будто бы республика создается в обмен на эти 10,5 миллионов. Пудов хлеба, как бы, так некоторые рассматривали. И такие люди, как Шамиль Усманов и его очень близкие сотрудники, Шамиль Усманов лично говорил о том, что «я подписывать смертный приговор своему народу не буду». Он был кумиром молодежи. В толпе мы мгновенно отличали его подтянутую фигуру в спортивного покроя костюме, и с любовью смотрели, как он идет по военному чеканя шаг. Особенно привлекательными были глаза. Черные, живые, лучистые.
Так писали об Усманове его современники. Он был фанатиком латинизации татарского языка, поклонником международного языка эсперанто. Именно он стал в 20-х годах инициатором перевода татарского языка на латиницу. В его личных архивах сохранился и первый образец нового алфавита – Яналиф. За свою короткую жизнь Шамиль Усманов успел создать множество произведений – рассказы, повести, пьесы. Его пьеса «Кровавые дни» ставилась во всех фронтовых театрах. Он умер от пыток в 1937 году. Татарский народ вновь увидел его книги лишь во второй половине 20 века. Я была все-таки еще подростком, и со мной особенно не делились, когда я жила у бабушки. Услышала разговор бабушки с дядей. Дядя сказал: ты знаешь, его держали всю ночь в каком-то болоте с пиявками. У него опухли ноги очень сильно, и он упал в обморок прямо в воду. Он был очень измучен допросами, его заставляли подписать, он не подписывал, и вдруг в одно прекрасное время чуть ли не сам напросился на допрос. Его унесли, а когда посадили его за стол, дали ему ручку, дали ему бумаги, он со словами: чтобы глаза мои этого никогда не видели, выколол себе глаза. Вот такая легенда. Кто знает, быть может, Шамиль Усманов мог сохранить свою жизнь, если бы в 23-м году он не выступил в поддержку Мирсаида Султангалиева, самого яркого татарстанского политика 20-х годов. Среди мусульманских народов СССР он был самым высокопоставленным руководителем-большевиком, он представлял ТАССР в Москве. Он постоянно защищал отдельных людей, национальные организации и даже целые республики. Сам Хо Ши Мин был его преданным учеником. Во многих местах за пределами Татарстана его по сей день считают героем. В то время как нарком по национальным делам товарищ Сталин приказывал выжимать мусульманские республики до истощения, до полусмерти, Султан Галиев желал этим республикам процветания. Он мечтал видеть Татарстан союзной республикой с широкими полномочиями. Более того, он был крупнейшим идеологом исламского марксизма и мечтал объединить все мусульманские народы страны в едином общественном движении. Султан Галиевнің мақсаты ол енді татар халқының түп мақсатларының бірсінен ғибарат. Ол аны өзегіне ойлап шығармаған, ол татар халқының ғасырлар бойына келген қиялын тұрмышқа ашырға тұрышқан. Ол әлігі де баяғы татар халқының дәулетшілігін тұрғызу. Әмі ләкен аның түп мақсаты татар халқының аяғында нық басып тұрған дәулетшілігін, милли республика түзу, міне бүгінгі сөздер білен еткенде. Милли мәдәни мұқтариет білен ғана татар халқын аяққа бастырып болмасын, ол бек яқшы аңлаған. В тот период Мирсаид Султангалиев и то, что назвали Султангалиевщиной, это была попытка создания вот республик или, как потом называли, социализма человеческим лицом. То есть он предлагал создавать республики не через принуждение, а через активное. И вот эта идея права нации на самоопределение, чтобы она была реализована в полной мере во всех сферах – в экономике, в социальной сфере, культуре, в национальных отношениях и так далее. И, естественно, он выступал против идеи, которую предлагал Иосиф Виссарионович Сталин, вот, более жесткой унификации, объединения или меньше прав другим народам. Мирсаид Султангалиев был арестован в 1923 году, когда заболел Ленин. И влияние Сталина уже никто не мог ограничить. Он стал первым татарским репрессированным политиком задолго до кровавого катка 1937 года. Его будут арестовывать трижды и, в конце концов, расстреляют в 1940 году. Подобно тому, как в Москве сотни тысяч неугодных Сталину людей уничтожали по обвинению в троцкизме, в Татарстане тысячами расстреливали за султангалиевщину. Это было страшнее, чем буржуазный национализм, джадидизм, пантюркизм.
Это обвинение значило, что человек ставил интересы своей республики выше интересов мировой революции и означало расстрел. Все труды Султана Галиева, его статьи, книги уничтожались. Между тем, в 21-м году лето выдалось засушливым, страшным. Ни одной капли дождя не выпало в Татарстане с осени 20-го. А зимы и погибли, не успев зайти. Яровые выгорели, не выпустив колос. Солнце выжгло не только пшеницу, но и траву, и сорняки. В деревнях, ограбленных продразверсткой, не осталось собак, кошек, крыс. Люди собирали улиток по берегу реки, ели толченую кору. Закрывались школы и мастерские по всей республике. Сил не оставалось ни работать, ни учиться. Более 200 тысяч человек уехали из Татарстана навсегда. Почти полмиллиона погибло. В архивах ТАССР сохранились страшные документы. Дело о родителях, которые съели своего 7-летнего сына. Народ был разграблен. Наступил голод. Настоящий голод. Это все голодали. Я не говорю только татары. Нет, конечно. Башкиры голодали. Русские голодали. Все голодали. Это вот такое страшное время. Это время, когда вот в этой создавшейся республике, ну, где-то было 2,5 миллиона человек, 400 тысяч человек ушло из жизни. То есть сократилось население на 400 тысяч человек. Кто-то умер, кто-то переселился и так далее. Но население республики сократилось вот на 400 тысяч человек. Один из тех, кто вот проезжал через эти дороги, через деревни, говорил, что ни одного звука. Даже собаки не лают, их нет. Дело доходило до людоедства. Вот эти вещи, они описаны, они есть. Вот такая ситуация вот была, страшная ситуация. Это процесс и время становления республики. Вот в таких условиях создавалась республика. Да не просто так. Объявили там, декрет появился, съезд созвался, создали правительство и так далее. И это все было, но на самом деле вот такие события предшествовали всему этому. Самая высокая смертность от голода была в ТАССР, Башкирии и Самарской губернии. Именно там, в Самаре, Поволжский голодомор застал 34-летнего Карима Тинчурина, будущего основоположника татарской драматургии. Он вернется в Казань годом позже, чтобы возглавить татарский государственный театр. Татар халқы бит 1552 жылда дәулетшілігін жоғалтқаннан соң енді ол қысылып яши. Аның дүнияға шығар үшін, әдәби әсерлер язар үшін, аның дүнияға шығар үшін, дүниедегі башқа халықлармен аралашу үшін мүмкінлігі болмай. 1905 жылғы революциядан соң татарның шулай ақ әдәбиеті сәнғаты бик нық алға кетә, мәғарифі де алға кетә, чөнки вакытта халыққа ирек берді. Әгәр дә ирек була икән, ирек булган җирдә инде билгеле һич шиксез халыққа үсү өчен, алға китү өчен мөмкинлекләр туа. Менә шушы мөмкинлекләрдән татар халқы бик нык файдаланган. Һәм чөнки аның моңа потенциал мөмкинлеге булган. Ул инде революция хәзер үк озак еллар буена үзенең рухи дөньясын байытып килгән. Мин әйттем бит, татар халкының мәктәпләре дә булган, мәдрәсәләре дә булган, китапханәләре дә булган, нәшриятләре дә булган, һәм башка, һәм башка шундый оешмалары булган. Представьте, вот переход от, скажем, дореволюционной России или дореволюционного Казанской губернии к революционной. И вот появление этого драматурга Карима Тинчурина олицетворяло тоже новое веяние в татарской драматургии. Вспомните, как он изображал мул. Вспомните, как он изображал прошлую жизнь. У него не было ностальгии. Сегодня эта ностальгия, она появилась. Почему? Ну, потому что прошел значительный исторический период. А вот на волне определенного отрицания он показывает новую жизнь и в то же время полностью не отрицает старую жизнь. И в этом, наверное, уникальность Карима Тинчурина.
Трудно было придумать более подходящее время для создания театра. Необычный всплеск культурной жизни захватил республику. Серебряный век литературы вылился в ярчайшие имена. Хадид Акташ, Адель Кутуй, Фатих Карим, Кави Наджми, Хасан Туфан, Маджид Гафури. Татарские газеты писали: «Мы создаем новую пролетарскую литературу». В эти же годы в театр Камала возвращается основоположник профессиональной татарской музыки Салих Сайдашев. Вместе им суждено создать самые знаменитые театральные произведения Татарстана, музыкальную драму «Голубая шаль», которая нисходит со сцены по сей день. Наряду с Шамилем Усмановым Салих Сайдашев стоял у истоков первой татарской радиостанции. Она была построена за рекордный срок – всего за 4 месяца. Торопились не зря. Первую радиотрансляцию необходимо было приурочить к десятилетию революции. И 7 ноября 1927 года в эфире действительно раздался голос первого татарского диктора – Аделя Кутуя. Говорит Казань. Әлі құтой бікті ол заманның европалашқан татар язушысы бола. Біздің шәріққа үйес тұтқан язушылары біз бола, өзі біздің традицияларыны олға сүрген язушылары бола. Әғадыл құтой көбірек енді ол күн батышқа, Европа әдәбиятына таба бұрылған бола. Ол шыңа көрі енді ол көбірек русшада сөйлеші ол, ол русшада яқшы-яқшы біле, русшада яза ол, татаршада яза ол. Енді оның ол уақыттағы язған әдәбиет сәнғат түріндегі әсәрләре, танқиди әсәрләре, әле бүгінгі күндә дә үйренергә тиеш. Ол бик тә актив кеше була. Аманар ол бик тә шибәр кеше була, матур кеше була, карап тұрға да, аманың күңелдә матур була. Адель Кутуй, человек, вдохновленный Маяковским, человек, который впервые перевел левый марш на татарский язык. Красив, молод, с белозубой улыбкой. Следуя примеру своего кумира, он создает татарский левый фронт искусств. Но звезда Кутуя закатилась быстро. Творческий союз татар-башкирских писателей, в который он входил, назвали подпольной контрреволюционной организацией. Тогда в советском государстве случилось чудо. Следствие не смогло доказать виновность писателей, и обвиняемые после 8 месяцев следствия были оправданы. Но клеймо предполагаемого врага народа, всего лишь тень подозрения, навсегда оттолкнули от него прежних знакомых. Только что вышедший из заключения Адель Кутуй бежал на похороны своего друга Хадид Акташа и успел. Его прогнали от гроба. Позже, в 1935-м, ему еще суждено опубликовать свое лучшее произведение «Неотосланные письма». Ему суждено было стать героем войны, получить 2 боевых ордена и медали. Ему суждено было встретить победу в военном госпитале и вскоре уйти из жизни. Не от ранения, от простуды. Дәулет құрылышы уақытында да белгілі язушылар, әдебиетшілер бик актив болғандар, әмма ләкин олар да бик көп қиындықтар көргендер. Менә ул вакыттагы бик шәхесләребез, көрнекле язучыларыбыз һәммәсе дә диярлек Сталин төрмәләрендә утырырга мәҗбүр булган. Эту войну не переживут многие из тех, кто приветствовал рождение ТАССР в 1920 году. В 1944-м в плену в Берлине будет казнен герой Татарстана Муса Джалиль.
Пронзительные строки его предсмертных стихов знает каждый школьник республики. «Жизнь моя, песней звенела в народе. Смерть моя, песней борьбы прозвучит». Вместе с ним был казнен его единомышленник, талантливый татарский поэт Абдулла Алиш. В 1943 году пуля прервет жизнь легендарного татарского композитора Фарида Ярулина, автора балета «Шурале». В феврале 45-го на подступах к Кенигсбергу погиб писатель Фатих Карим. А сколькие из тех, кто стоял у истоков ТСССР, не дожили до войны? В чрезвычайной бедности, почти в нищете, скончался от тифа тот, кого называли татарским Маяковским. Человек с огромной душой. Хади Такташ. Хади Такташ, дресенеткен навелим иң яраткан шағырым. Белгілі Ғабдулла Тоқай бейік шағыр, әмірекен Ғабдулла Тоқай ол үлгіріп жеткен кішілерге ғана көбірек аңлашыла, бүтін тулайым алғанда. Белгілі оның балалар үшін жазған шағырлары да бар. Мен өзім Ғабдулла Тоқайны енді институтта, университетте оқығанда ғана нықтылап аңлай башыладым деп айтырдым. Ходай Тақташ ол бік яқын, ешілерге де бік яқын, ол трибун шағыр бет. Оның тілі де бік халықшан. Шынки Тоқайның бірінші шырында ғарап сөздері бек көп, фарсы сөздері бек көп. Тоқташ ол шып-ши түркі тілді, татар тілінде жазған шағырларының бірсі. Ол татар әдебиеті үшін ең зор жоғалтуларының бірсі. Ол татар халқының ең популяр, әм ең талантлы шағырларының бірсі. Выдающийся писатель и революционер Галимжан Ибрагимов был тяжело больным, схвачен НКВД в Сочи и привезен в Казань. Хотя ему никогда не были предъявлены никакие обвинения, его имя было предано забвению, а труды запрещены почти на полвека. Он скончался на койке тюремного госпиталя в 1938 году. В ноябре этого же года был расстрелян создатель «Голубой шали» Карим Тинчурин. Обвинение стандартное для того времени. Султан Галиевщина. А иначе говоря, чрезмерная любовь к своему народу. Мало кто действительно вот остался, ну, в какой-то мере нетронутым. Это мало. А многих репрессировали. Многих репрессировали. Я уж не говорю о старых деятелях. Галимжан Ибрагимов, например. Он же настолько был уверен в советской власти и столько сделал и для создания республики, но тем не менее, участь же трагическая, трагическая участь. Они уходили один за другим, уходили тяжело, не закончив дело, теряя родных. Почти никто из них не умер своей смертью. Почти все они уходили из жизни молодыми, но именно они определили то, какой станет Республика Татарстан. Когда мы отмечаем вот эту дату, должны иметь вот эту предысторию, которая свидетельствует о том, что несмотря ни на что, ни на какие декреты, татары, приверженные к восстановлению своей государственности, и сегодня некоторые говорят о необходимости ликвидации республик, татарскую республику можно, конечно, ликвидировать, но в умах народа, в сердце народа эта республика остается, и она так или иначе обязательно восстановится. Впереди Татарстан ждали великие события. Ему суждено было стать главным нефтеносным районом СССР, промышленным сердцем страны. Казань официально будет названа третьей столицей России. В период хрущевской оттепели снова зазвучали имена людей, которые десятилетиями нельзя было произносить. Шамиль Усманов, Галимжан Ибрагимов, Гаяс Исхаки, Карим Тинчурин, Хасан Туфан,
Кави Наджми, Фатих Карим. Их труды переведут на десятки языков мира. Их именами назовут улицы и площади. Мирсаид Султангалиев будет признан одним из величайших мыслителей Татарстана. Расстрелянных Муланура Вахитова и Саид Галеева народ назовет выдающимися политическими деятелями. А Республика Татарстан, созданная их трудами и жертвами, будет цвести и развиваться. И в ней, как и 100 лет назад, будут рождаться люди, преданные своей родине и готовые к большим свершениям во благо своего народа.